Традиционно февраль – это период подведения итогов предыдущего года. Но этот год особенный. Это год 75-летия победы Великой Отечественной войны, и нельзя не выразить слова признательности поколению победителей, которые приблизили долгожданный день победы. В нашем городе проживает 417 ветеранов войны, из них 26 участников Великой Отечественной войны, которые будут награждены юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне, утвержденной указом президента Российской Федерации. Выражаю глубокое уважение вашему великому подвигу, героизму, самоотверженности. Спасибо, что вы с нами.